12 сентября в Театре оперы и балета начнется новый сезон. Откроет театральный год балет «Сарпеге», который получил в 2012-м премию «Лучший спектакль года» на театральном конкурсе «Узорчатый занавес». 18 сентября состоится вечер одноактных балетов. Наряду со сценическим представлением кантаты Кармина Бурана при участии Чувашской государственной академической симфонической капеллы будет представлен балет «Вечный свет» на музыку Шнитке, Шварца и Уильямса. Объединение двух этих спектаклей, отметили в театре, было интересным решением. Хоть они и повествуют не об одном и том же, но оба затрагивают извечную тему борьбы добра и зла. В конце сентября зрители ждут на концертном исполнении оперы Верди «Дон Карлос». В спектакле примут участие ведущие солисты нашего театра, а также гости из Санкт-Петербурга и Йошкар-Олы. Опера в пяти действиях будет исполняться на языке оригинала с использованием титров. Труппа театра приступила к репетициям еще одной оперы Джузеппе Верди «Отелло», премьера которой состоится 22 ноября в рамках Международного оперного фестиваля имени Максима Михайлова.